По словам видновчанки Натальи Кудрявцевой, она практически родилась карандашом в руках. Сколько себя помнит, всегда что-то рисовала, то графику на бумаге, то красками на стенах. Но профессии свое увлечение делать не стала сознательно, чтобы оставаться вольным художником. Днем работала инженером-конструктором, свободное время занималась творчеством, а как вышла на пенсию, погрузилась в него с головой. Я ее писала кисточкой для ногтей. Меня так, так вот меня, как это, что называется, уже я созрела, что мне некогда было сходить за этими кистями. Вот. Ну, а у художников есть такое поверье, если нарисуешь руки, нарисуешь все. Я этого раньше не знала. Но вот как бы подсознание мне это подсказало. 7 лет назад несколько картин Натальи уже украшали стены Расторгуевской библиотеки. И вот теперь новая выставка, более обширная. Экспозиция получилась очень душевная, по-домашнему уютная и автобиографическая. Добрая традиция у нас собирать наши расторгуевские, видновские таланты. Человек настолько позитивный, вот, настолько она вот коммуникабельная и радостная. Из нее вот прям лучится вот эта вот добрая энергия, которая вот и заряжена всей ее работы. Вот самобытнейший художник. Изумительная вот техника такая вот своеобразная. Вот эта девочка, она в интернете ходит. И мне ее прислала сестра старшая, говорит: «Наташа, вот ты мне, говорит, в детстве напоминаешь эту девочку». И у меня вот она как засела, а отец мой умел подковывать лошадей. И пока я не воплотила вот это в картине, меня уже не отпустит. С каждой картиной связана своя интересная история. А это, значит, у нас в стиле как дворовой живописи, что называется. Это я писала полностью по памяти, не было ни фотографий, ничего. Значит, поспорила с мальчишками, что я с моста прыгну в реку. Вот. Если я прыгну, то им придется тоже прыгать. Ну, я прыгнула, и им пришлось прыгнуть. Наталья Кудрявцева в основном пишет маслом, но на выставке представлена и ее графика. Познакомиться с экспозицией можно до конца ноября в часы работы Расторгуевской библиотеки. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Редактор